Christmas is just around the corner. Coming up just around the bend. Holiday couldn't be here sooner. Holiday for family and friends. And we've got pine tree, pine cone, evergreen, mistletoe, candy cane, and Santa Claus. Gingerbread woman and a gingerbread man in a gingerbread house and all. Christmas is... Высаживаешь так. Ты кто такой вообще? Я вообще-то хозяин этой квартиры. А вы кто такой? Хозяин квартиры? Ого, значит, дверь открыта. Прикольно. Ладно, давай я пошел. Подождите. Я хочу знать, как вы попали в мою квартиру и чем вы тут занимались. Дядечка, это долго рассказывать. Главное, что ты пришел, это означает, что двери открыты, и я могу идти. Все, я пошел, у меня еще 4 хаты по списку. Или вы сейчас же говорите, как вы сюда попали, или я вызываю полицию. Бля, дядя, ты напрягаешь. Я и так из-за твоих итальянских дверей полдня просрал. 2 часа возился, чтобы войти. А в оконцовке оказалось, что эти двери изнутри не открываются. Понятненько. Что ты делаешь, дядя? Вызываю полицию, пускай они сами во всем разбираются. А-а-а, понеслась. И что ты им скажешь? Скажу, что поймал вора. Ну ты, дядя, на приколе. Докажи, что я вор. Вы в костюме вора. И что, может, я вчера на костюмированной вечеринке был, а, дядя? Ну, допустим, но вы в моей квартире. И что, скажу, что перебрал и ошибся хатой. Вы сдадите анализ на алкоголь, и он покажет отрицательный результат. Ага, дядечка, ты что, травишь? Я не знаю, как насчет других анализов, но это точно будет положительным, поверь мне, дядечка. Тогда я... Что? Ладно, дядечка, ты это, если что-то придумаешь, сразу маяч мне, я пошел бахавать хочу трэш. Кстати, дядечка, ну ты вообще травишь. Хата вроде такая зачетная, а в холодильнике хавки практически нет. Вы ели мою еду? Ну, едой это тяжело назвать, но да. А что мне оставалось делать? Я когда понял, что здесь застрял надолго, сразу же начал думать, чем себя занять. Нашел ноутбук. Думаю, отлично. Можно во что-то поиграть. Смотрю, а у тебя еще War Thunder установлен. Зашел. Подождите, вы пользовались моим ноутбуком и играли в War Thunder? Ну да, дядя, у тебя больше нормального ничего не установлено. А War Thunder — это масштабный онлайн-экшен с битвами на самолетах, танках и кораблях. И вертолетах. Ну, допустим, и что было дальше? Так вот, покатал одну катку, вторую, третью, прокачал немного ветку США, ну а потом меня что-то на хавчик пробило. И я отправился к холодильнику. А там шо в общаге, честное слово? Хлеб, майонез и кетчуп. Вот если бы красную икру внизу не нашел, то разочаровался бы полностью. Вы открыли красную икру? Да, дядя, ты можешь не перебивать? Так, я сделал быстро бутер, сверху винтиком залил и как-то попустило. Кто? Каким еще винтиком? Ну там из коробки красный был. Вы обалдели? Ладно, красная икра. Но брать подарок из Италии? Вы в своем уме? Это бутылка дорогущего вина. Ну, во-первых, бутылка была, а во-вторых, дядя по вкусу не сказал бы, что оно было дорогим. У меня рядом с домом продают на разлив, похоже. Вы понимаете, что его держал на особый случай? Дядечка, ну ты, конечно, исполняешь, а? Ну чем тебе сейчас не особый случай? Такое ощущение, что тебя каждый день грабят, дядя. Ну ты что, на приколе? Ладно, что было дальше? Так, а что дальше? Ой, дядя, а про сместитель я говорил уже. А со смесителем-то что? Значит, не говорить. После, так сказать, позднего завтрака я пошел опять катать War Thunder. Поиграл еще, думаю, нужно дополнительные модули покачать и технику улучшить. Последними военными достижениями. От дымовых завес до тепловизоров и управляемых ракет. Это, конечно, неплохо, но а смеситель тут при чем? Ну так ты слушай дальше. В общем, играю дальше. А там такие катки потные начались. На вертолете, на самолете, потом на корабле. Короче, вспотел. Думаю, ну не сидеть же потным, как-то некомфортно. Короче, пошел в душ. И вот там этот смеситель дебильный. Ты это, дядечка, советую полотенце простернуть, бо я с этой машинкой, честно, не разобрался. Эти новые технологии, они сумасшедшие. Решил не трогать, понял уже. Бо еще накосячу, как с феном, ну его нафиг. Это ни в какие рамки уже не лезет, я на вас суд подам. Дядя, ты ничего не попутал, это я на тебя в суд подам за ошпаренную спину. Благо нашел крем какой-то, то ли польский, то ли не польский, короче. Что? Не польский? Он еще и моим кремом пользовался. Ладно, спокойно. Я надеюсь, вы больше ничего в моей квартире не трогали?
туалетная бумага считается, дядя? Нет, не считается. Ну, тогда нет. Ну, как говорится, тогда я пошел. Ты это, дядя, если что из меня, если бы я смог сразу эту дверь открыть, то до туалетной бумаги дело бы не дошло. Постойте. Что, дядя, решил ментов вызывать? Нет, приходите, наверное, еще завтра. Зачем? Я тут подумал, грабитель из вас никакой, а вот в War Thunder, как я понял, играете неплохо. Так вот, если вы мне поможете с прокачкой и заданиями, то я вам дам наводочку на соседскую квартиру, в которой стоят доступные двери и нескончаемый шум от дрели по выходным. О, дядечка, ништячок предложение, ну тогда до завтра. Договорились. Дядечка, совсем забыл, очень важная информация. Скачать War Thunder вы можете абсолютно бесплатно по ссылке в описании. И получить крутые бонусы. И получить крутые бонусы для легких побед в начале игры.